Новый приятель. Что сегодня произойдет в неизведанном лесу? Да-да-да-да-да-да-да. Как тут ярко. Ого, это Пинкар! Ничего себе! Даде так повезло, что он у нее есть. Скотти, Скотти, приятель Скотти, намного лучше Пинкара, приятель Скотти. Да-да-да-да-да-да. Ого. Скотт! Скотт! Что такое, Дуда? Что тебе нужно на этот раз? Приятель Скотти такой замечательный. Ты так считаешь? Правда он лучше Пинкара? Ну, я бы так не сказал. Что? В любом случае, можно мне прокатиться на нем, Скотт? Только разочек. Конечно. Нет, я не дам тебе его сломать. Ну, пожалуйста, я осторожно. Ни за что. Нет, никогда. Тогда я сделаю свой фургон и не дам тебе прокатиться. Делай, что пожелаешь. Еще это. Готово. Думаю, этого хватит. Что это такое? Мой приятель Дуды. Ничего себе, что-то не так. Дуда, а может быть лучше попросить Скотта сделать тебе приятеля Дуды? Попросить Скотта? Да. Почта! Почта! Наконец-то мое новое сверкающее колесо приехало. Но, Скотт, колесо почти новое. Его же только вчера доставили. Забудьте о нем. Это колесо намного лучше. Оно прекрасно, оно блистательно, просто невероятное. Давайте его скорее наденем. Молоток, мне нужен молоток. Спасибо. Дуда, ты откуда здесь? Скотт, я тоже хочу приятеля Дуды. Что такое приятель Дуды? Это как приятель Скотти. А, вот как. Ну, желаю удачи. Она тебе понадобится. Где коробка с инструментами? Вот она. А где инструкция? Держи, Скотт. А где отвертка? Вот она. Ого, Дуда довольно полезный, должен признать. Пусть поможет немного. Дуда, если ты настроен серьезно, можешь побыть моим ассистентом. А, ассистентом? А что он делает? Ассистент — это помощник изобретателя. Ты поможешь мне, а я помогу сделать тебе приятеля Дуды. Здорово, отлично! Ассистент Дуда! А теперь принеси ту деревянную доску. Yes, sir! Тянем. Тянем. Раз, два, три. Раз, два. Дуда! Как больно! Моя шея! Принеси что-то холодное! Хочешь воды? Скотт, попей водички! Дуда, стой! Остановись! Я сказал, стой! Что здесь такое? Какая грязища! Ассистент, уберись во дворе! Да, сэр! Почему эта вода не льется? Скотт, чем тебе еще помочь? Ничем. Ничем, ничем! Просто иди домой! Ассистент Дуда больше не нужен? Нет, не нужен! Теперь ты сам изобретатель! Бери это и иди собирай приятеля Дуды! Я изобретатель! Итак, начнем делать приятеля Дуды. А ты уверен, что справишься? Конечно! Та-дам! Встречай! Приятеля
Ого. А? Не хватает колес, Дуда. А? Ого, новенькое колесо. Это подойдет. Ого, здорово. Отлично. Правда лучше, чем пинкар или приятель Скотти? Надо осторожнее с рулем. Ничего-ничего. Остановился. Ничего-ничего. Дуда, Кейбер, где вы были? Суп уже остыл. Ребята, смотрите. А что это? Это приятель Дуды. Я сам его сделал, смотрите. Как он едет, а? Врум-врум-врум. Твой новый друг замечательный. Какой он красивый. Я тоже хочу покататься. Завтра покатаешься. Ладно, нам пора обедать. Куда же они делись? Ага, нашел. О, но одного мне мало. Готово! Как здорово! Отлично! А теперь настало время моему невероятному, фантастическому изобретению отправиться в путешествие! Что происходит? А? Что случилось? Я знал, что так и будет. Вот что получаешь, когда любишь все новое. Мое чудесное новенькое колесо. Мой приятель Скотти. Что же мне делать? В смысле, что тебе делать? Просто поставь старое колесо. О, да. Ладно, ладно. Куда же я его дел? Где оно может быть? Оно не здесь. Ты же отдал его Дуде, помнишь? Ага, точно. Спи сладко, приятель Дуды. Увидимся завтра. Ему так нравится это старье. Эй, там мое колесо на этой штуке. Завтра я заберу его себе обратно. Ду-да-да-да-да! Отлично, я поспал. Привет, Скотт. Доброе утро. И тебе доброе утро, приятель Дуды. Что скажешь, Дуда? Приятель Скотти отличный? Да. Он невероятный, верно? Да, так и есть. Но и приятель Дуды тоже замечательный. Эй, Дуда, давай я обменяю приятеля Скотти на приятеля Дуды. Ну уж нет. Почему нет? Потому что я много сил потратил, чтобы его сделать. Я все почистил, сам все украсил. Приятель Дуды мой друг. А приятель Скотти не очень хорош для меня. А если я буду твоим ассистентом, я помогу тебе. Нет, спасибо. А, Дуда, пожалуйста. Всего на день. Ладно, на два дня. Ладно, навсегда. Я стану твоим ассистентом навсегда. Да-да. Все равно мой ответ нет. Эй, Дуда, погоди минутку. Давай все обсудим. Для Дуды нет ничего более ценного, чем приятель Дуды. Ведь он сам его сделал. Идем вперед! Вот над землей летит волшебный фургон. Где его ждать, где приземлится он? Много еще открытий ждет впереди. Новых мы друзей сумеем найти. Летит волшебный фургон. Где его ждать, где приземлится он? Много еще открытий ждет впереди. Новых мы друзей сумеем найти. Пускай иногда не везет, мы продолжим свой полет. Нас не пугают неприятности эти. Мы не отступаем, мы идем вперед. Идем вперед! Вот над землей летит волшебный фургон. Где его ждать, где приземлится он? Много еще.